Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале RitterPlay, меня зовут Александр. Мы продолжаем проходить игрушку Blacksite. Ой, прошу прощения. Несмотря ни на что, утром я проснулся бодрым и хвост держал пистолетом. И благодарить следовало этих славных неизвестных громил. 15 дней до боя. Они крепко меня отделали. Зато впервые за долгие месяцы я спал как младенец. Ну уже, Эллен, сосредоточься! Ладно, перерыв. Над бэкхендом поработаем потом. Что же, мистер Блэкмор, чем я могу помочь ФБР? Так. Исполняйте долг всех настоящих американцев. Неизменно добивайтесь успеха, по возможности, в мировом масштабе. Ну, конечно. Мы должны побить этих коммуняк на каждом поле, в Корее, на Грунте или в Умблдоне. Но вы же не об этом, да? Мы можем поговорить наедине. Алек! Иду! У вас 4 минуты, мистер Блэкмор, так что... Не теряйте их зря. Мы знаем о вашей связи с Десмондом О'Лири. Ого. Смотрю, ФБР времени не теряет. Кого же из 100 миллионов американцев, которые об этом знают, вы заставили раскрыть такую важную тайну? Дело в том, что... Понимаете, я бы рада вычеркнуть эту часть своего прошлого. Но уж как есть. Вы о чем-то сожалеете? За рекламу платят больше, чем за победы. Представляете? А связь с такой сомнительной личностью только вредит моей репутации. Поверьте, никогда не стоит связываться с женатыми. Говорят, вы сейчас встречаетесь с боксером Эллом Стоуном, это правда? Ого, ваша проницательность не перестает меня удивлять. Не надо ходить вокруг да около. Мы знаем, почему вы с ним. Ого, так вам тоже нравятся его бицепсы? Десмонд О'Лири попросил вас соблазнить Стоуна. Зачем? Что? Нет. Я встретилась с Эллом случайно на вечеринке, которую устроил Десмонд О'Лири. Нет, не может быть. Никто не может быть так хитер, даже он. Черт, ненавижу этого гада! Так, интереснее новая улика, Эльвер, что ненавидит О'Лири. Мы знаем, по крайней мере, о 6 договорных играх за первый год вашей профессиональной карьеры. И что? Вы во всех победили. Вы пытаетесь меня оскорбить? Я вся отдаюсь на корте. И не моя вина, что мои соперники так не делают. Идите их допрашивайте. Как бы там ни было, теперь ясно, почему вы упомянули О'Лири. Что у вас на самом деле на него есть? Только не надо про нелегальный тотализатор. О'Лири убийца. Любая криминальная структура строится на крови. Его банда не исключение, и у нас есть доказательства. Я серьезно, мисс Мор. Америка не может допустить, чтобы кто-то потрясал ее устои. И любимица всей Америки тоже. Помогите нам, поговорите с нами. Чего ради, мистер Блэкмор? Что я от этого выиграю или проиграю? ФБР всегда платит услугой за услугу. Вот как? Новые договорные игры? Вообще-то все довольно просто.
Так, чё? У тебя сейчас сын. Везучая девчонка. Огоньком угостите? Жемчужно-белые зубы. Она редко курит. Я заставил ее поволноваться. Черт. Почти пустая. А я делаю так. Сначала резко вниз, потом вверх, потом снова вниз. Можно я уже покурю? Можно я уже покурю? Можно, можно ещё. Спасибо. Не знаю, что вы хотите услышать. Пытаетесь прижать Олири, может быть и правильно, но мне кажется, это ложный след. Поверьте. Будь у меня хоть малейшее... Ладно, Эллен, возвращаемся к бэкхенду. Давай. Вы курите? Приятно познакомиться, мистер Блэкмор. Отдаюсь, горит полностью на корте с сигаретой, да? Ты принёс воду? Вот такая спортсменочка. Любимица всей Америки дала тебе свою сигарету? Боже мой, она тебя хочет! Не могу поверить, что ты отправил старину Уикли следить за этим старым моржом, а сам ухлёстывал за собой Эллен Мур! Так что, может быть, в следующий раз поменяемся, а? Твоя очередь. Рассказывай, что ты выяснил. О, тебе понравится. Готов? Есть новости. А еще я придумал потрясающий... Блэксет. Спасибо. Спасибо вам большое, мистер Блэксет. Что? А, миссис Колберт. Сегодня утром муж принес мне в постель завтрак и букет роз. Сказал, что у него была такая кошмарная ночь, что и не опишешь. И с тех пор он думает только обо мне. Он хочет отвезти меня на Ниагарский водопад на второй медовый месяц. Это мило, но я не понимаю, почему вы благодарите меня. Вы шутите? Помните, как я сомневалась в нем, а вы заставили меня передумать? Если бы он предложил мне скататься на Ниагару, когда я его подозревала, я бы решила, что это просто прикрытие. Или еще хуже, способ очистить совесть. Радуйтесь. Нет, нет, все ништяк. Я просто делал свою работу так хорошо, как мог. Наслаждайтесь своим браком. Надеюсь, вы с мужем будете счастливы. Что ж, это все, что я хотела сказать. Пришлите мне чек, когда сможете. Вы хороший человек, Блэксет. Это что сейчас было? Ты мне чего-то не рассказал? Может быть. Но теперь твоя очередь. Расскажи о Кэссиди. Давай, выкладывай. Я не нашел ничего, что связывало бы Кэссиди со смертью Дана, но... Вот это история. Но я знаю, что Кэссиди сегодня вечером будет играть в покер с Говардом М. Фарнемом II, техасским магнатом, который пытается пролезть в боксерский бизнес. А еще я знаю, что они с Кэссиди никогда не встречались лично. И что этот Фарнем остановился в отеле Белфорд и ни разу не выходил из номера. Похоже, ночь он провел с тремя бутылками бурбона. Итак, мой потрясный план. Я пойду.
попаду в отель, вырублю этого парня и займу его место за покерным столом. Вот так я и разговорю, Кэссиди. Что скажешь? Потрясно, да? А? Разве мы не договорились, что в следующий раз ты займешься Эрин Мур, а я Кэссиди? Нет? Добрый день, мистер Фарнам. Чего надо? Позвольте представиться. Джон Блэкмор. Я работаю на Фрэнка Кэссиди. Он попросил доставить эти бутылки, чтобы вы выбрали, что подать во время игры. А, само собой. Я уж думал свалить в город, но памятники ведь никуда не денутся, а? Ну что ж, входи. Попасть в номер Фарнама было несложно. Завоевать доверие – другое дело. Но у меня всегда есть туз в рукаве. Блэкмор, ты как, приятель? Лучший способ завоевать чье-то доверие – показать, что доверяешь сам. И иногда проще всего в этом случае говорить правду. Я не знаю, с чего начать. Мою девушку убили. И я не могу ее забыть. Как не стараюсь. Эти ублюдки заплатили за то, что они сделали, парень? Заплатили. Вот и славно. Честь восстановлена, а Господь проследит, чтобы они горели в аду. Надо жить дальше, приятель. В мире полно красоток. Найди себе симпатичную леди, пусть даже придется отвалить за нее кучу денег. Один из секретов нашего ремесла – держать под контролем свои предрассудки. Они искажают наши суждения и скрывают образы окружающих за картинкой, созданной нашими несправедливыми ожиданиями. Но иногда встречаешь людей, которые настолько лишены индивидуальности, что остается просто ходячий стереотип. Фарнам позорил не только себя, но и весь Техас, да и все человечество. А мне надо было притвориться им. Хотел бы я быть похожим на вас, беззаботным и довольным жизнью. Брось, приятель. Думаешь, я тут как сыр в масле? Послушай, что я тебе расскажу о моей первой жене. Когда я завоевал доверие Фарнама... Передо мной встала проблема. Что мне нужно знать, чтобы прикинуться им и остаться в живых? Чем я могу вам помочь, сэр? Пытаться вспомнить. Фарнам чудовищно много пьет. Нужно было вытрясти из него какую-то информацию, пока он не напился до потери сознания. Иначе пришлось бы искать эту информацию самому. Так, найдите нужную информацию в ноябре. Черт, ну и вонь.
Вот же. Махерская, Билли Боба, 21 час. Да, меня тут побрили по-вьетнамски. Да, да, конечно же. Я вспомнил. Проходите, садитесь. Конечно, поймете. Осторожность никогда не бывает лишней. У босса много врагов, и кто-то должен держать их на расстоянии. Само собой, я понимаю. Рад это слышать. А теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос. Сколько будет стоить чистое бритье по-вьетнамски? Пытаться вспомнить. Надо найти чек какой-то, что ли. А потом ясен перец выпивкой окончательно добил мой первый брак. С той женой, что поймала меня с горничной. И мой второй брак тоже. После того, что я сделал с ее папочкой. Потом с парочкой любовниц та же история. Я решил держать оборону и дальше иметь дело только со шлюхами. Даже если потом придется на одной из них жениться. Я понимаю, опять. Вас, мистер Фарнам, должен признаться. Я в рабстве у Кэссиди. Он одолжил мне денег, а я все проиграл. Теперь приходится отрабатывать долг. Твоя проблема не Кэссиди, сынок. Твоя проблема – бедность. Ясен перец. Я вот сегодня внес депозит на игру с ним. Но для меня это просто гроши. Гроши, честно говоря. Я спросил, сколько? Конечно, мне дали чек. Я кто, думаешь, такой, парень? Я тебе сейчас покажу. Погоди, минуточку. Я положу его. Сейчас вернусь. Так. Динг-донг. Интересное название города. Так, 20 тысяч, что ли? Что ж вы сразу не сказали, что чек у вас в кармане? Я почти в вас уверен, но скажите мне, кто посоветовал вам прийти в эту парикмахерскую? Дальше вспоминаю. Давай-ка я тебе кое-что расскажу про мою первую жену, сынок. Когда я ее встретил, у нее не было ни манер, ни денег, ни... Это еще кто? Фарнам. Матерь Божья, это же наш герой дня! Теперь я точно пропитаюсь техасским духом. Блин. Это что-то услышать, видимо. Могу навестись нормально. Будет не просто имитировать техасский говор, но я постараюсь.
Пожалуй, имитировать его жесты во время игры мне не придется, но попробовать не помешает. Чтоб меня! Здесь нет. Ну что так не выдает техасца, как ковбойская шляпа? Да, сэр. Ясен. Зная Фарнама, можно с уверенностью предположить, что хозяйка этого лифчика была здесь исключительно по работе. В любом случае, Кенни, спасибо тебе, что свел меня с Кэссиди. Кенни, вот. Храни тебя Бог, брат. Самый безумный кинематец во всем Нью-Йорке. Удача сюжета, конечно. Пока игра радует. Мой старый добрый друг Кенни. Самый безумный техасец в Нью-Йорке. Вы знаете, сколько в Нью-Йорке Кенни? Какой Кенни? Так, помимо того, где и когда пройдет игра, пароли и суммы, которую выложил Фарнам, что мне еще потребуется? Карточка. Даже Библии нет. Что ж, приятно знать, что когда Фарнам напивается, его подругам приходится не так тяжело. Могу и не успеть ведь. Пахнут вечеринкой. Проблемы, Хьюстон. Динг-донг. Интересное название города. Какая туфля здорова. Кенни, Кенни... Послушайте, разве не бывает так, что дружишь с человеком, а фамилии его не знаешь? Хм... Дайте-ка подумать. Нет. Ой. Капец. Мой старый добрый друг Кенни. Самый безумный техасец в Нью-Йорке. Вы знаете, сколько в Нью-Йорке Кенни? Какой Кенни? Так, помимо того, где и когда пройдет игра, пароли... Суммы, которую выложил Фарнам, что мне еще потребуется? К счастью, в записной книжке Фарнама оказался всего один Кенни, Кенни Эйкс, проживающий по адресу... Корнелл Плаза! Манхэттен. Сногсшибательный пентхаус. Неудивительно. У мистера Эйкса изумительный вкус. Вы случайно не знаете, о чем он попросил, когда был здесь в прошлый раз? По хрен знает, о чем он мог попросить. Время так быстро идет. А, может быть, вот это вот? Фишка как раз. Динг-донг. Интересное название города. Это? Это, походу, мы приехали. Может, Билли Боб? Это же мой новый друг Фарнам, да? Ну,
Ясен перец. Ваш цирюльник как раз собирался меня побрить. Он побреет вас как-нибудь в следующий раз. Билли Боб всегда в нашем распоряжении. Разумеется. Так, ну ладно. Идем, пока без нас весь бурбон не прикончили. Я его еще не обыскал, сэр. Не вижу в этом необходимости. Мистер Фарнам – честный техасец. Уверен, он сам отдаст оружие, если мы его об этом попросим. Верно? Блин, еще что-то надо вспомнить, блин. Ой. Да блин, ну не та кнопка, ну. Что за фигня, блин? Сейчас он опять все ящики будет смотреть. Даже Библии нет. Так времени еще мало дают. Тут мне капец. Так вы отдадите оружие или нет? Знаете что? Я начинаю думать, что вам нельзя доверять. А я ненавижу зря тратить время. Ладно. Жаль, что играть сегодня придется втроем. Билли Боб. Ясен перец. Ваш цирюльник как раз собирался меня побрить. Он побреет вас как-нибудь в следующий раз. Билли Боб всегда в нашем распоряжении. Разумеется. Так, ну ладно. Идем, пока без нас весь бурбон не прикончили. Я его еще не обыскал, сэр. Не вижу в этом необходимости. Мистер Фарнам – честный техасец. Уверен, он сам отдаст оружие, если мы его об этом попросим. Верно? Я бы передал, будь у меня ствол, но я безоружен. Серьезно? Безоружный техасец? Я уже сказал вам, у меня нет оружия. Кенни мне о вас совсем другое говорил. Знаете что, с меня хватит. Да, блин. Эта карточка. А вот эту-то, кстати, я и не открывал полностью. Так, все, ладно, пока время не кончилось. Откроем вот эту часть. Всегда есть способ понравиться даже самому суеверному человеку. Ну, вроде пройдено. С удовольствием. Мы посмотрели все возможные убийства. Добро пожаловать, джентльмены. Фишки на столе, стволы в сейфе. Теперь нас ждет ночь покера, сигарет и бурбона. Что же, приступим. Присаживайтесь, мистер Фарнам. Позвольте представить. Справа от меня в серых трусах, вес 63 килограмма. Да нихера. Снежной плоти, самого большого мясного рынка в Манхэттене. Иными словами, настоящий сукин сын. Не в обиду женщинам, которых он эксплуатирует. Наш действующий чемпион Освальд Квинс! И я собираюсь сохранить этот титул. Разве что мне помешает наш новый претендент. Вы имеете дело с худшим игроком в Техасе. Пытаетесь вселить в меня излишнюю уверенность, да? Дело в том, что наш друг Фарнам владеет самым крупным и даже, замечу, самым занимательным заведением в Техасе. В самом деле?
Значит, мы коллеги? Как бы не так, Винс. Он владеет казино. Проклятие. И оно находится не в Остине или в Далласе, а в маленьком городке под названием... как его там? Черт, смешное такое. Терпеть не могу, когда вылетает из головы. Кажется, все казино из Техаса переехали в Вегас. Там азартные игры разрешены. Вы про техасский динг-донг? Динг-донг! Точно! Что у меня всего одна фишка, да? Интересно, кому в голову пришло такое название? Ну, казино или нет, но будем надеяться, у него в рукавах нет столько тузов, сколько было у почившей Вентимилии. Аминь. Слева от меня в коричневых трусах вес 180 килограммов. Фрэнк, давай-ка поуважительнее, а? Магнат гостиничного бизнеса Поли... Магнат? У меня всего-то небольшой бар с бильярдными столами. Клиенты почти ничего не пьют и еще меньше играют, но... Некоторые деловые операции можно провернуть только там. Черт побери, Поли, почему я не знаю твою фамилию? Потому что у меня ее отобрали. Ты даже не представляешь, как хорош адвокат моей бывшей жены. Ох уж эти женщины. Забирай даже наши фамилии. Ну ты даешь, Поли. Когда смотрите все достопримечательности, заходите в Ла-Игуана. Сыграем в пул, я угощу вас выпивкой. Но должен вас предостеречь. Мои клиенты не любят пушистых парней вроде вас. Спасибо, бильярд мне по нраву. Отлично, я буду очень рад. Хотите начать собственный бильярдный бизнес, Фарнер? Этот парень хочет создать боксерскую ассоциацию в Техасе. И угадайте, кому он обратился за советом. Честно говоря, меня беспокоит несколько вещей. Поэтому я буду премного обязан за любую консультацию. Что же вас беспокоит? Спортсмены завязывают отношения друг с другом. Например, Эл Стоун и Эллен Мур. Я вижу, вы подписаны на что новенького. Да, мой звездный боксер, мой действующий чемпион закрутил роман с любимицей всей Америки. Нет, я, конечно же, ничего не имею против любви двух идиотов, но это плохо сказывается на его результатах. Я не думаю, что он проиграет Елю, но начинаю беспокоиться. Бильбоб, неси бурбон, мы изнываем от жажды. А я пока сдам. Новые колоды, конечно, в этом заведении традиции уважают. Покер – столь же скучная игра, сколь и простая. Нужно лишь уметь читать лица. А уж этот туз есть в рукаве даже у самых плохих детективов. Настоящая премудрость – это понимать истинную цель игры, когда на кону нечто большее, чем просто деньги. Черт побери, опять? Сколько сдач вы уже выиграли, Фарнем? Худший игрок в Техасе, да? Эй, Квинс, пора тебе уже расстегивать чемпионский пояс. Мы еще не закончили. Попомните мои слова. Фарнем позвонит жене еще до рассвета. Ха! Эй, кстати, про жену Кенни все слышали? Печальная история. Да? А что случилось? Совсем все плохо, но я уверен, что Фарнем знает об этом куда больше меня. В любом случае, Кенни, спасибо тебе, что свел меня с Кэссиди. Храни тебя Бог, брат. Самый безумный техасец во всем Нью-Йорке.
Бедняге уже столько всякого пришлось пережить. У него же жена. Женщины легко поддаются порокам. Она сейчас в реабилитационной клинике. Подсела на транквилизаторы. Точно, транквилизаторы. У женщин тоже есть свои пороки. Неси бурбон, Билли Боб. Живо! Ну же! Пошевеливайся! Пожалуй, я слишком поспешил, когда сказал, что покер – это простая игра для хорошего детектива. Скажем так, она относительно проста. Кто-то всегда может удивить. Так или иначе. Чтоб меня быть не может! Что случилось, Фарнем? Удача новичка не может быть вечной. Вот тут-то за дело и берется настоящий чемпион. Я надеюсь, вы готовы проиграть все, мой друг? Бедный Фарнем. Хотел в нашем городе начать делать большие деньги на боксе, а сам сейчас спустит все в покер. Надеюсь, ваши консультации позволят все компенсировать. Ну, так чем я могу вам помочь? Непокорные тренеры, вроде Джо Дана. О, я вижу, вы подготовились. Этот ублюдок никак не хотел играть по правилам. Например, о запрете боксерам участвовать в официальных боях, если их менеджеры не входят в мою ассоциацию. Нет, конечно же, мне жаль, что его убили. Но если убийцу когда-нибудь найдут, я с радостью оплачу ему адвоката. Боксеры-убийцы вроде Бобби Еля. Ха! Это что-то новое, да? Понятия не имею, убивал он или нет, но главная проблема в том, что его бой против моего чемпиона Стоуна может сорваться. Но есть и хорошие новости. Я почти убедил губернатора выпустить парня из тюрьмы в день боя. С полицейским сопровождением, конечно. Уверен, публика будет в восторге. Ну же, давайте сдавать, а то Квинс скажет, что мы пытаемся прервать его победную серию. Этого не случится. Джентльмены, рекомендую вам никогда не рассказывать своим сыновьям об этой игре. Разве что вы захотите потерять их уважение. Подожди, хочешь сказать, наши сыновья нас уважают? Я вас понимаю. В наши дни совершенно невозможно воспитать мальчика. Они даже на старую добрую порку не реагируют. Посмею сказать, что техасские мальчики на хорошую порку реагируют. Осторожно, Квинс, ты говоришь с профи. Кенни говорил мне, что у вас полный дом детей. И сколько в этом вашем полном доме детей? Блин, что за какой-то эпизод, все вспоминать надо. Я не помню, сколько. Он говорил, по-моему, кстати. Этот сукин сын сейчас захлебнется собственной блевотиной. Конечно же, в том, что миллионер захлебывается собственной рвотой, было что-то поэтическое. Но я все равно не мог стоять и смотреть, как он умирает. К сожалению, я не стал особо напрягаться ради его спасения. Он помер, что ли, в итоге? Я ж пытался спасти. Капец. И сколько в этом вашем полном доме детей? По-моему, 5, если я не ошибаюсь. Ладно, давай еще раз. Давайте еще раз попробуем. Нет. Раз. Этот сукин сын сейчас... Если ничего не делать. Собственной блевотиной. Конечно же, в том, что миллионер захлебывается собственной рвотой, было что-то поэтическое. Это совершенно не оправдывает того, что я стоял не в силах пошевелиться и смотрел, как он умирает. Что, опять облом, что ли? О, боже. В общем, вспоминать не надо, надо так угадать, что и ли. Сколько в этом я помню, что 5. Детей? Или 8, блин. 5 или 8. Опять. 5 маленьких Фарнемов. Неплохо. Подождите, Кенни вроде бы говорил, что у вас 9.
Да, точно. Он говорил про девятерых. Билли Боб, подай-ка телефон. Иногда возникает чувство, что все не так. Что ты совершил ужасную ошибку. Ой-ой. Простите, я сказал и на доме детей. Дай 8. 8 маленьких Фарнамов. 8? Подождите. Кенни вроде бы говорил, что у вас 9. Что тогда вообще? Он говорил про 9. В вашем полном доме детей? Ну что, остается 12 только попробовать? А, 9 тут уже есть, 12 вроде было. 12 маленьких Фарнамов. 12? Подождите. Кенни вроде бы говорил, что у вас 9. Да. Опять то же самое. Он говорил про 9. Билли Боб, подай-ка телефон. Иногда возникает чувство, что все не так. А что, как тогда проходить? Ужасную ошибку. Ладно, надо, видимо, вспоминать дальше. Тут что-то как. Сукин сын сейчас захлебнется. Повернуть только остается, что, не знаю. Конечно же, в том, что миллионер захлебывается собственной рвотой, было что-то поэтическое. Но я все равно не мог стоять и смотреть, как он умирает. Блин, тут кнопку, оказывается, надо сжать, а я не увидел. Нет. Этот сукин сын сейчас захлебнется собственной блевотиной. Конечно же, в том, что миллионер захлебывается собственной рвотой, было что-то поэтическое. Но я все равно не мог стоять и смотреть, как он умирает. Нет, в любом случае он должен жить. Капец, блин, не заметил. Надо нажимать еще заранее чуть ли. Быстрый тайм-ивент. Шестеро, ничего себе, понятия не имею, как вы с ними справляетесь. Все мальчики? Прямо сейчас? О, никогда не подпускайте Квинса к своим дочкам. Да ладно, Полли. Дети — это святое. Я к нему пальцем не прикоснусь, пока им меньше 12. Ну а после... Скажем так. У некоторых мужчин... Бывают потребности, удовлетворить которые может только девочка такого возраста, если вы понимаете, о чем я. Как вы себя чувствуете, Фарнем? Давайте последим. Вот тебе и серия побед, больной ты ублюдок. Рано или поздно полиция возьмет тебя за глотку, Квинс. О чем это ты, черт возьми? Готов поспорить, что этих бедняжек ты прячешь так же плохо, как туза в своем рукаве. Что? Ах ты лживый кусок дерьма! Квинс! Не верьте ни единому его слову, Фрэнк. Не смей называть меня Фрэнком. Билли Боб. 500 сверху. За уборку. По рукам. Неплохо, Фарнем. Минус сутенек. Должник. Пожалуйста, заберите фишки этого пернатого мешка с дерьмом. И мои тоже, если хотите. Я сегодня щедрый. Выяснилось, что губернатор согласился с моим предложением выпустить Бобби Йелли из тюрьмы в день боя. Ночка становится все лучше и лучше. Если решите поговорить о делах, позвоните.
Ваше поведение прошлой ночью было в высшей степени оскорбительным. Не попадайтесь мне на глаза, иначе я покончу с вашей жалкой жизнью. Если наш общий знакомый спросит вас о делах, скажите ему, что бокс для вас слишком жесток. Подпись Фрэнк Кэссиди. Мой же след в этом деле исчезнет утром, когда Кэссиди прочтет эту записку. Dear Mr. Cassidy, although I'm grateful for your kind help. Не переведено. Благодарю вас за помощь. Вчерашняя игра заставила меня осознать, что бокс слишком жестокий бизнес. Я решил инвестировать куда-нибудь еще. Искренне ваш, Говард Ф. М. Фарнам, второй. Damn Texans. Ладно, ребят, на этом серию закончим. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, вы все знаете. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум.